Казахстанская геология остро нуждается в молодых специалистах. Об этом шел разговор на образовательно-практической конференции молодых специалистов геологических организаций, которая прошла в Караганде. Впервые за годы независимости республики проходит подобная конференция молодых геологов. Необходимость серьезного разговора назрела давно. Сегодня сырьевая ресурсная база страны является одной из крупнейших в мире. Но тенденция истощения природных богатств уже коснулась Казахстана. Пример тому – Жезказганский регион. До сих пор использовались насыщенные руды. Остальные, не слишком богатые содержанием, откладывались на потом. Сегодня необходимо не учиться рационально использовать сырьевую базу, а уже работать по этому принципу. Для этого нужны молодые специалисты. Геологи старшего поколения, внесшие неоценимый вклад в развитие горнодобывающей промышленности, сегодня по возрасту не могут активно работать в поле. Не изучая геологических дисциплин, нельзя говорить о геологической отрасли. Необходима реорганизация системы образования. В Казахстане только в 3 вузах преподают геологию. Очень накладно для государства заниматься переобучением специалистов, чтобы пополнить ряды геологов-практиков. На эту проблему мало обращали внимания. Президентом нашей страны поставлена задача восполнить минерально-сырьевую базу нашей страны для того, чтобы наша страна могла стабильно работать в будущем, в дальнейшем развиваться. Начиная с нефти и кончая углем, наша страна имеет огромные богатства. Но эти богатства должны отрабатываться рационально. Конференция должна дать толчок, чтобы молодые люди пошли в геологию. Не только за романтикой, а за конкретным делом, которое поможет Казахстану в мировой конкурентной борьбе. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский.